Всем привет! Давайте разберем, как играют вступление этой песни. Ну и, в принципе, саму песню, потом уже можешь сыграть аккордами. Вот, ну, вначале было вступление, а потом можешь сыграть обычные аккорды. Так, это будет у нас какие аккорды? F, Dies, M, D, A и E. Можно так сыграть. Итак, поехали. Как играется вступление этой песни? Ну и основная тема. Ставим на, ну, такой аккорд. Это тот же F диез, только вот здесь. Давайте полностью скажу. То есть указательно ставим на четвертую струну, четвертый лад. Потом на первой струне пятый лад зажимаем каким средним пальцем. Потом на второй струне зажимаем седьмой лад мизинцем. И на третьей струне шестой лад безымянным. Вот такой аккорд получается. Тут мы зажимаем барре указательно на четыре струны. Играем такой перебор. Первую и четвертую вместе, потом третью отдельно. Теперь на первой струне играем 5-4. И когда мы играем четвертый лад, то мы играем вместе с четвертой струной. То есть получается вот так. Итак, идем дальше. Вот сыграли вместе первую и четвертую, потом третью отдельно, и на второй струне мы играем пятый лад. То есть получается вот так. Потом ставим аккорд D, это барре на пятом ладу, на второй, третьей, четвертой струне седьмой лад. Играем вместе пятую, четвертую, третью, вторую. Просто дергаем. Теперь играем четвертую. И на третьей струне играем 7-6. Мы 7 дергаем, и потом палец сбрасываем, чтобы 6 зазвучало, шестой лад. То есть вот этот палец мы переставляем сюда. Вот мы дернули, сыграли четвертую, переставили палец сюда, и вот так сыграли. Все вместе получается вот так. Давайте оба аккорда склеим. Идем дальше. Теперь мы ставим такой аккорд. На первой струне у нас идет девятый лад, на второй струне десятый лад, на третьей струне девятый лад и на четвертой струне седьмой лад. Тут мы играем сначала первую и четвертую вместе, потом третью, потом вторую струну уже отдельно. Вот получилось вот так. Идем дальше. Теперь вот мы доиграли. Мизинец убираем. И с первой струны мы палец поднимаем на вторую струну. То есть нам нужно на второй струне зажать. Получается девятый лад. Вот как только мы зажали, мы играем вторую вместе с четвертой струной. Потом у нас идет небольшая пауза и играем третью струну отдельно. Вот полностью аккорд получается вот так играется. Как только мы сыграли третью струну, мы доставляем последний аккорд. Это барре на седьмом ладу, на второй и четвертой струне девятый лад. Играем вместе пятую, четвертую и вторую. Как только вместе дернули, играем потом четвертую отдельно. И теперь на второй струне играем 9, 7, 9.
То есть вот оба аккорда получается вот так. В начале 9-7 тоже вот соскакиваем, то есть 9 играем, а 7 дергаем так, ну, палец убираем так резко, чтобы 7 у нас зазвучало. Ну и соответственно заново. Ну и потом можно уже, если текст идет у вас, то можно перейти на аккорды. Вот вы доиграли. И уже, если петь, то можно уже здесь играть. В целом вот вся песня. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.